Например, как здесь мы видим деревянные вставки в бетоне. Очень интересное сочетание небольших форматов, текстурированные плитки и снова странные вещи. Конечно, это еще не трешачок, но уже немножко не актуально. Здравствуйте, друзья! Мы в Италии. Сейчас конец сентября. И это город Болонья. А что это значит? Это значит, что начинается новая выставка Черсая. Черсая 2019, на которой будут представлены самые актуальные, самые новые коллекции керамической плитки, ну и, конечно, сантехники. Мы познакомимся со всеми из них и расскажем вам о том, что будет модно в следующем году. На стендах ведущих компаний показывается сочетание не только, казалось бы, несочетаемых материалов, с которым мы сталкивались на прошлой выставке Черсая, но также и сочетание внутри плитки. То есть, например, как здесь мы видим деревянные вставки в бетоне. Мы также видели нечто похожее на других стендах, когда буквально опилки как-то вот втоптаны в этот бетон. При этом дерево, обратите внимание, в основном имеет винтажную структуру, представляет собой либо такое максимально состаренное, либо даже интерпретирует топляк. Ну и, конечно, продолжается упражнение на тему террация. Опять же, прежде всего, работа идет над его масштабом и над его фракциями. И как раз наш партнер Фиоронезе предлагает довольно интересную интерпретацию этого традиционного венецианского материала в виде комбинации мини и макси. Ну а для особенно продвинутых подойдет вот такой, можно сказать, постмодернистский терраццо. Оттенки синего получают какую-то новую жизнь. И здесь мы видим камень, подкрашенный синим цветом. Но на самом деле в этом варианте это смотрится вполне симпатично, в отличие от перекрашенных мраморов или ониксов, которые мы видели на других стендах. А это, возможно, самое трендовое сочетание мраморов на этой выставке. Колоката Ора и Верде Гватемала. Ну, вообще, зеленый – это такой хайлайт этой выставки. И он также неплохо сочетается с тем же самым терраццо, условно, средней фракции. Дихроичное стекло уже очень плотно вошло в самые модные интерьеры, но вот дихроичная плитка – это действительно что-то новое. И также я уже отметил большое количество декоров, имитирующих джунгли, то есть какие-то пальмовые листья, фикусы, папоротники. Этот тренд появился в интерьерах пару лет назад, но вот наконец дошел и до керамической отрасли. Ну и, конечно, очень интересно сочетание небольших форматов, текстурированные плитки с крупными акцентными декорами. Ну, например, в китайском стиле, как показано здесь, на этом стенде.
Понятно, что большой формат – это уже сложившийся тренд. Без него уже никуда. Очень здорово, что у этой фабрики большие форматы дополняются и обычными форматами, ну, более человеческими, скажем так. Здесь особого внимания заслуживает коллекция Arctic, которая представлена в трех цветах. Это такой тренд смешения терраццо и мрамора. Этот дизайн мы увидели уже достаточно у многих производителей. Конечно, очень интересные ракушечники в матовом исполнении. Ну и серый блюстоун тоже, безусловно, вдохновляет. Ну и, конечно, базальтины. Вообще, что касается цветовой гаммы, то она такая более приглушенная, более современная, более минималистичная. То есть серые по-прежнему рулят, но появляются еще и глубокие черные в матовом исполнении с хорошей фактурой, и также бежевые теплые оттенки. Конечно, и мраморные дизайны тоже никуда не делись, но появились более насыщенные, можно сказать, барочные мотивы, более сочные цвета, и мы тоже их уже видели много где. И снова странные вещи. Конечно, это еще не трешачок, но уже немножко не актуально. Все, кто хотел, подобные коллекции показали еще пару лет назад. Зачем снова окунаться в эту, на самом деле, так и не приобретшую популярности историю, непонятно. Наши партнеры, компания FAB, на выставке Mosbuild в апреле показали коллекцию Luminous Stone, которая отличается очень интересными объемными декорами, выполненными, естественно, в камне. На этой выставке они показывают также, кстати говоря, как и многие, но FAB был все-таки первым. Также объемные декоры в новой коллекции, которая называется Bloom, но уже в большем формате. И эта же коллекция дополняется новыми цветами фоновой плитки. Особенно обращает на себя внимание голубой. Не думаю, что он будет очень популярен в России, но, по крайней мере, цвет интересный и необычный. Ну и также FAB представляет, можно сказать, исторические интерпретации своих дизайнов 10-15-летней давности, представленные в виде панно, состоящего из трех плиток 80 на 1,60 м. Это, конечно, замечательно, это очень классная возможность сделать мощные акценты внутри ванной комнаты. Ну и также обращу внимание на напольную плитку, она из серии Block. И это тоже такой тренд, который мы уже видели много где. Это имитация камня, камня бучердированного. Друзья, если вы думаете, что копируют только иконы дизайна Филиппа Старка или, например, Линдси Адельман, такую популярную у нас, это не совсем так. Копируют в том числе и плитку. Например, вот эта плитка была придумана лет 10 назад шведским бюро Клайсен, Койвесте и Руне. И называлась она Денделион, и выполняли ее, точнее, изготавливали ее англичане на своей марокканской фабрике Попом Дизайн. Ну а теперь вот она появилась в виде керамики. Какая прелесть! Определенно лидирующую роль среди белых мраморов заняла Клаката Ора. Ну это, конечно, здорово, это более теплые оттенки жил, и мне это действительно больше нравится, чем статуарио. Но вот в данном случае мне очень понравилось декорация. Декорация в виде мозаики, прямоугольнички, но разной ширины. Естественно, декоративка с настоящим латунным профилем. Это всегда тоже очень здорово смотрится. И тоже, кстати, очень интересный белый мрамор, который называется Bianco Venato. Тоже необычный, мало у кого встречается. Но в том числе и напечатанный декор на мраморных плитках смотрится не менее впечатляющим. И мне кажется, что вот такой более строгий, геометричный, прямоугольный как раз декор более уместен, чем какие-то калейдоскопные нарезки, которые мы видели с вами в прошлом году. Ну и еще один пример крутяцкого замеса материалов.
плитка, имитирующая отпечаток от опалубки, то есть это бетон. Деревянная мозаика, причем мозаика не просто деревянная, а из, опять же, состаренного винтажного дерева и с краплениями еще к тому же и мрамора. Ну, то есть максимально все замесили и получилось очень круто. Не скажу, что Интарсия – это дизайн, эстетика, которые мне близки, особенно в плитке. Но сочетание этих дизайнов с натуральным мрамором – это что-то новое, чего раньше не встречалось. И оказалось, что может смотреться очень даже неплохо. Друзья, давайте не будем забывать о том, что хорошая плитка, даже самая модная плитка, требует качественной укладки. И это не только руки, но также и сопутствующие материалы и аксессуары. Ну вот как раз такими и занимается компания Schlüter, предлагая буквально систему для укладки плитки. Прежде всего, это различные подложки. Например, подложка, которая называется Ditro, которая может работать как компенсационная подложка, соответственно, нивелировать какие-то движения, стяжки относительно плитки. В результате плитка не трескается, не выпадает затирка из швов, и вы получаете хороший результат, качественный результат на долгое время. Также эти подложки можно использовать для укладки электрического отопления, либо водяного отопления. Есть, помимо всего, гидроизоляционные прокладки, которые обеспечат гидроизоляцию ваших ванных комнат. Ну, ванная комната – это все-таки вода. Но, конечно, самые интересные вещи для нас – это те, которые привносят определенную эстетику. Например, в этом году компания Schlüter показывает совместный проект, разработанный вместе с Койко. Койко – это производитель сантехнических аксессуаров, смесителей мебели для ванной комнаты. Вот такие замечательные аксессуары, которые крепятся не к стене, не через плитку, а крепятся на специальный профиль. И это могут быть и крючки, и перекладины, и даже вот такие вот душевые полочки, о которых мы уже несколько раз говорили на нашем канале. Ну и, конечно, аксессуары для туалета, ёршик и держатель для бумаги. Ну и давайте я покажу, как работает эта система аксессуаров. Все очень просто. Сначала при укладке вы устанавливаете специальный профиль. Потом берете, собственно, аксессуар, на который уже прикручены крючки, либо ёршик, либо перекладина. В общем, все то, что вам может понадобиться. Вы на нужном расстоянии устанавливаете вот таким образом этот аксессуар. То есть он здесь немножко подвижный, можно поправить, выбрать нужное положение. И потом он фиксируется с помощью вот такого специального силиконового профиля. В этом случае вы получаете здесь гидроизоляцию, и эти аксессуары не двигаются по горизонтали. Также очень интересно так называемая Kerdy Board. Это строительная панель, которая, опять же, не боится влаги, и с помощью которой можно создавать разные структуры. Ну, самое простое – это, конечно, столешницы, но также и умывальники с тем, чтобы потом облицевать их тем же самым керамическим гранитом, ну, например, тонким керамическим гранитом. Очень классный профиль, которым можно оформить углы. Сверхтонкий профиль Schlüter Fineck. Он может быть разных цветов, и он практически не выделяется на плитке, тем самым решает и проблему внешних углов, их надежности и эстетики. Липротек – это светящиеся профиля, которые позволят разнообразить проект, даже если вы используете довольно строгую плитку, и добавить каких-то акцентов, а может быть даже и подсветить что-то. Но еще одна интересная история – это полки. Полки, которые интегрируются прямо в плитку. Причем есть полки, которые необходимо закрепить перед укладкой плитки. То есть, например, вот эти, они могут быть разного цвета. То есть это может быть шлифованная нержавеющая сталь, а также определенные матовые цвета.
но самые интересные угловые полки, потому что их можно установить непосредственно уже на плитку после ее укладки или даже после нескольких лет, как вы сделали ремонт в ванной комнате. Давайте я покажу, как это работает. Представьте, что у вас уже есть отремонтированная ванная комната, и в ней традиционно не хватает аксессуаров. Ну, такое довольно часто встречается, и мы не раз уже обсуждали эту проблему на нашем канале. Так вот, эти полки от компании Schlüter тоже способ улучшить уже существующий проект. Вы берете болгарку, ну, может быть, не вы, ваши строители, и пропиливаете, делаете небольшие пропилы прямо в швах. Далее наносите туда силикон и вклеиваете полку. И вуаля, ваша душевая гораздо удобнее и функциональнее. Ну и, конечно, вы также можете выбрать и цвет, может быть, более подходящий для вашей плитки, например, такой. И также по форме они могут отличаться. Соответственно, это подойдет для более компактной душевой, это для более просторной. Конечно, это далеко не весь ассортимент, который предлагает Schlüter. Schlüter предлагает именно системы, полные системы, с помощью которых вы можете качественно уложить плитку и создать какие-то интересные элементы внутри вашей комнаты. У них также есть специальная система для укладки террасной плитки. У них есть замечательные дренажные каналы, которые также интегрируются вместе со всеми остальными продуктами Schlüter. И я очень рекомендую вам обратить внимание на эту продукцию, потому что с ее использованием вы получите поистине не только идеальный проект, но и идеальное воплощение ванной комнаты. Друзья, выставка ЧРСАИ огромная, и новинок керамики очень много, поэтому мы вынуждены прерваться и продолжим в следующем эпизоде. А вы оставайтесь с нами, и будет не менее интересно.